Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Окей. Влепите мне, пожалуйста, утешительный лайк. Здравствуйте, друзья! С вами Декарт и Амунгасики продолжают захватывать школу Балди. Уже была у нас одна такая серия, вот теперь вторая. Только там, правда, какие-то Амунгасики были вытянуты с какими-то длинными непонятными ногами. Здесь вроде бы все по стандарту, все хорошо. Единственное, из головы у него какого-то хрена торчит какой-то штырь. Это немного странно, я бы сходил к доктору, наверное. Ну, ты лаймовый Амунгасик, не хочет доктору. Короче, Baldi's Basics, код 120478. Давайте это запомним на всякий случай. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. О, как, понятно. Вот как это работает. Привет, добро пожаловать в мою школу. Добро пожаловать в твою школу мне, меня. Добро пожаловать мне, меня, в твою сраную, блин, школу. Зачем я сюда пришел? Непонятно. Я уже смотрю на этого космонавта. Подпишись на БА-10, возможно, возможно, надо подписаться на БА-10, не знаю, что это за канал. Сори, было лень добавлять тут субъекты. 4, да? Пока все хорошо. На заднем плане какая-то странная музыка. У Амунгасиков своя дискотека какая-то, понимаете? Так, ну хорошо. Амунгасик продолжает затирать мне точные копии голоса Балди про четвертак, про то, что там надо кликнуть им и так далее и тому подобное. Давайте сразу же попробуем, знаете что? Вот я сейчас введу этот код, как он там? 120 478. О, ты победил! Есть комната для улучшений. Иди посмотри на Балди в его офисе. Вау. Вы посмотрите. Секреты школы Балди в Амунгас. Секреты Амунгасиков в школе Балди, я даже не знаю. Балди офис, прямо что так не назови, а смысл тот же. Здорово. Здорово, блядь. Генри! Генри! Что они с тобой сделали, малыш? Генри! Генри, мне жаль! Он пердит от неудовольствия уже. От того, что с ним, понимаете? Ему вывернули руки, его бедолагу, наверное, нагнули. И тот банан тут еще, это опасно, Генри. Генри, надеюсь, это не твой банан. Очень надеюсь. Я надеюсь, что твой при тебе. Мне жаль. I'm sorry, Генри. Генри, I'm sorry. Понимаете, сейчас игра закроется. Игра сейчас закроется, понимаете? Надо валить отсюда, наверное. Я чувствую, что игра сейчас, ребята, закроется. Так, ну здесь уже ничего, да? То есть все как обычно. Все как обычно, только у нас вот бедолагу Генри как Христа распяли тут, блин, да? Вот он своими руками в разные стороны. Ну. Эх, жаль, что это так вышло. Хорошо, что Элли и Чарльз этого не видят. Они бы не перенесли. На этот раз не будем. Просто ответим неправильно. О, какой хмурый лаймовый Амунгасик. Ты посмотри, какой лаймовый Амунгасик. Что же он будет со мной делать, а? Ой, я не буду об этом думать. Я не хочу думать о том, что он будет со мной делать. Не надо. Просто не позволим ему нас догнать. Правильно? Вот, смотрите, постер Амунгас. Они все зеленые, серьезно. Серьезно, автору не лень было приделывать голову Генри Стикмана туда, но ему было лень сделать... Слава тебе, Господи! Хоть ты красная! Ни хрен, куда? Я не успеваю! Ты что, гонишь, что ли? Да я не успеваю! Вот эту скорость, что это такое? Мы что, пропеллер запускаем в воздух или что? Я понять не уже... Так, подождите, вот это надо взять вот и обрезать потом, если что. Это должны быть, по идее, ножницы, но... Но я что-то не понял. Я подобрал как будто бы какой-то другой предмет. Это же не ножницы, блин. Сейфти Сизерс. Нет, это Сизерс. Это Сизерс? Не говори, что это Сизерс. Так, кто там? Кто там? Нет, отставь меня! Тут вы нахрен-то! Так. Балди, великий учитель. Shy and Trice. А, тут понятно, тут просто... Все, конец мне! Все, мне конец! Я понял, тут только цвета поменялись в кабинете директора. Описания остались... Те же это, падла меня зажала в угол, и дальше что? А дальше ничего хорошего, понимаете? А ничего хорошего дальше. Давай вот сюда. Что тут вместо шоколадки? А, тут вместо шоколадки шоколадка. В этом плане ничего не изменилось. Скульфа, культи, онли, все как всегда. Амунгасап, мы собираем амунгасап, кстати, если кто-то не знал. Блин, сейчас будет опять вот это, ух ты. Так, надо ритм держать. Ух, получилось. Получилось, я же сам не ожидал. Так, значит, Балди идет, Балди идет, Балди идет, Балди идет, давай. Хоба, хоба, минус 3.
Минус один, enter, все. Справились, справились. Теперь надо бежать к следующему блокноту прям как можно скорее. Как можно скорее прям бежать. Надо, давай, 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 давай. Сейчас будет no running in the holes. А, сейчас будет no running in the holes. Не надо мне no running in the holes, пожалуйста, не надо. Это во мне. Очень вас прошу. Так, ну это этот додик, это хрен бы с ним, да, это не страшно. Так, подождите, а там директор, он вообще какого цвета? Его как различать-то от всех остальных? Потому что я реально не помню, какого цвета директор, вот серьезно. Если я на него наткнусь, не помню, какого он цвета, у меня будут проблемы. У меня будут с директором проблемы, понимаете, директорские. Черный! Директор черный! Ну правильно, дань политкорректности нужно отдать самый главный, самый черный. Это логично, потому что у нас тут нет расизма и все такое. Так, я не пойду в эту дверь, я возьму блокнот, он еще ускорится, он меня поймает, сразу все, конец. Сразу будет конец, понимаете, давайте мы подберем, наверное, вот это вот, да? Хоба, теперь смотрите, подберем вот это вот. Вот это вот подберем, и сейчас, так, big bottles, большие бутылки, ясно? У нас тут большие бутылки с вами. Так, иди-ка сюда. Иди-ка сюда, говно ты чертова. Хоба. Все, вот. Мы выдержали, я считаю, правильно. Достаточно так. Нигде черного нет. Черного нигде. Черного нигде нет. Наш Балди уже, скорее всего, его уже пришвартовало к самому концу. Я думаю, к самому концу столовой. Поэтому, в принципе, я относительно в безопасности. Давай, собираем. Этот блокнот, приложение Among Us App, чтобы оно там... Не было, я не знаю, амонгасовский журнал Playboy с голыми амонгасовскими жопами, я не удивлюсь, если это оно, всего можно ожидать, так, давай выбегаем. Почему меня не поймал? Я же... Ты же сзади, как это ты сзади, как... Так. Одна секунда, серьезно? Ну ладно, хорошо. Одна секунда, ребят. Одна секунда, понимаете? Немножко подсекануло, ну-ка. Нет, я не хотел, я такого я не хотел, честное слово, это перебор, малыш, прости меня, мой дохлый малыш, я не хотел, так, еще раз, давай, убегаем отсюда, нахуй. Ну, хоть сейчас меня не поймают, я надеюсь, пожалуйста, не надо меня ловить, я не туда побежал, так, вот этот поворот, да, а мы проиграем сейчас? Если я возьму блокнот. Нельзя брать. Нельзя, надо еще продержаться. Надо попробовать еще что-то придумать. Добежать до столовой, купить там напитков. Кстати, как вариант. Но вот это брать нельзя ни в коем случае. 5 блокнот. На 6 блокнот. Да мне надо! Быстрее давай, быстрее! Вот сейчас вот мне твоя скорость пригодится очень сильно. Так, 4, 5, все, поехали. Так, кто там? Там first prize, да? Хорошо, мы отбегаем. Придется рисковать, придется убегать, потому что что делать, понимаете? Ну, там директор, в принципе, на секунду тебя сажает на зону. Это, может быть, и не проблема особо. Так, сейчас давай покупаем за квартер, короче. За квартер покупаем ать-двать, понимаете? Вот так вот. Ать-двать, а потом будем делать трить. И еще потом будем делать читерить. Вот как придумали слово читерить. Они взяли ать-двать, трить, а потом читерить. Вы знали? Вы не знали. Вот, вот вам филологическая лекция от Декарта. Да. Подождите, тут сапоги такие же, мне просто интересно. Походу, сапоги такие же. А че он так близко там, я не понял, линеечкой своей-то шебуршит в сраке? А, падла, ты че так близко? Зараз такая, 6 блокнот. А его вообще откинуло хоть немного-то, не, отвали от меня! Отвали от меня, говорю! Так, тихо, давай куда-то в сторону куда-то. Куда-то в сторону надо убегать. Я не знаю, все, это край! Это конец! Мы проиграли! Вот это вот будет последнее, что я увижу в своей жизни, рожи эти балдивские. Вот на комиксе. Это будет последнее, что я увижу. Так. А теперь скажите мне, где финальный блокнот? А, финальный блокнот, он, по-моему, вот там вот, да? Я его не добрал тогда. Так, тут у нас директор, хорошо. Нет! Нет, чувак, давай, стой, разворачивайся, придурок. Давай на меня. Ну давай на меня быстрей. Блин, там где-то это шабалдень это там бегает. Ну ты будешь? А где Балди пропал? Ну и что, ну да, вот, правильно, спасибо, подвез. В принципе, он так долго это делал, я мог бы сам дойти. А где Балди? Почему я не слышу его? Тыщ, вот этого. Тыщ, я его не слышу совершенно. Балди куда-то пропалди, понимаете? Балди, да, можно и хуже сказать. Так, ну вот, сейчас будет последний блокнот тогда. Давайте возьмем ножницы сразу. Вот, я говорю, ну давайте возьмем ножницы сразу. Слышите это говно там? И икает.
7 блокнотов. Отлично. Я считаю. Так. Congratulations! You found all 7 notebooks! Now all you need to do is... Get out while you still can! Да. Где-то я уже это слышал, а вы? Прям даже не знаю. Так, все, давай, пошел нахер. Как вовремя, да? Как вовремя и четенько мы все это проделали. Так, а вот теперь, а вот теперь, вот теперь, вот теперь, вот теперь надо думать. А, я выход задел, походу. Я, походу, выход задел, сам этого даже не понял. Подождите. Мне сюда вообще можно? Давайте, короче, через кабинеты пойду. Ну, мы попробуем уже до конца, будем бороться, как бы, ну. О, черт. Он идет сюда. Он идет сюда, мамочки мои. Давайте нас... Нет, он... Да откуда он идет? Я не понимаю, блин. Короче, насрать. Как-нибудь иду. Как-нибудь бреду. Как-нибудь куда-нибудь, возможно, я дойду. Блин, вот тут монетку бы сейчас. Вот бы сейчас монетку, конечно. Надо, чтобы свип-свип поспособствовал и убрал его. И тогда, может быть, слушайте. О, здорово, директор, здорово. Ты мне, пожалуйста, не мешай, да? Балди сзади! Балди сзади! Смотрите, я к выходу бегу, а он прямо сзади! Ай-яй-яй, какой кошмар! А какой ужас, блин! Вот выход! Вот выход же! Отстань от меня! Да ты чё, мне сейчас... Да пошел ты в жопу, блин! Пошел ты нахрен, его мудила, блин! Чтоб тебе в жопу вот эту тут палку вставили, из головы вытащили. Ой, блин. Ладно. Это, по-моему, первый раз, когда я по-честному, понимаете, без всяких читов, без всякого прочего послабления, почти прошел эту игру за все года, что я в нее играю. И вот такое вот... И вот такое вот всрание под конец просто полное. Ладно. Ладно, я понял. Если понравилось это видео, влепите мне, пожалуйста, утешительный лайк. Ну да ладно, мне в принципе-то насрать, я не планировал проходить эту игру, я просто планировал посмотреть модификацию. Но когда у тебя почти получилось там 3 секунды... Лайк поставьте, пожалуйста, утешительный, короче, да, и напишите комментарий какой-нибудь, на канал подпишитесь, если еще не подписаны, вступайте в группу ВК, ссылка в описании, жмите колокольчик обязательно, и все, всем счастливо, всем удачи, и всем пока.